Ну, Я камень. почти как я, так же, блядь, работаю. Понял. Ладно. Повеселимся. Ну вот. Че, повеселились? Ну, в смысле, это надо во время рапа говорить. На пол и на Эвилашу. Хант на приколе станет, чё? Ага, спасибо. Короче, там падает зеленая параша на пол, вот ее желательно не ловить. Вот на миликов летит, я смотрю, ну я отошел немножко, а похуй, там миники, кто отошел, кто не отошел, да. Ваш ДПС. Так, что, Магеру не жмем на этом боссе, похуй, да? Вынесите одну спору. Спору вынесите с мили. Да, давай не будем. Вот в мили-зону летит, отойди немножко в сторону танков. Кус спора. Здесь он отошел. Да, вроде слышу, да. Блять, раньше как-то было так тяжело на целую эту хуйню смотреть. Там столько эффектов, крутится шеемы, блять, никогда не видно. Там хуево было просто, как кто-то под лапой, блять, стоит, она на него кидается. Они, да, они загораживают чисто. Вот, вот сейчас она под босса ровно летит. Блять, отходил и, сука, не успел. Ну чё там, милики, как дела? Как дела у вас там? Патрисия, Вайна, Вингрен. Она в центр ебанула. Ну, хуенно дела, когда, блять... Не я видно, а что мы с Войдом не словили, а? А в миле что нету? А вот тут сбежался? А в миле почему-то нету, да? Как дела? Можно делать? Зависло. Заломалось на приколе. Что у вас там провисло, блядь? Возраст тоже нет. Подлагало что-то. Не, внутри подлагало, кстати. Да, я всегда так говорю, когда вайп проще. Ну, ок. Тупо отмаза. Да, мне там, мне похуй, хоть еще. А чё вы рыгаете? Уйдите, съебитесь в натуре отсюда. Вот на мне спора, так и зовут, выбеги. Где ты? А, ты выбежи. Я сейчас в центр подойду, там вроде упала эта хуйня. Блять, у меня ДПС только растет, чё за хуйня? Хорошо, когда растет. Он просто разгоняется потихоньку. Там залука ебаная. Хорош нахуй, разгоняй, ёбаный, так его. Типа, у меня бурс 24, а стабильный по 27, блядь. Ёбаные волки, блядь. Ёбаные волки, блядь. Папочка, у тебя получилось. Кой кто сбегать с ними. Нихуя там деградация произошла, секунду. Мне кажется, у тебя там произошла, блядь. Ты же деда из себя строишь. В смысле строишь, нахуй? Что, строитель? А ты и есть дед, блядь. Я понял, нахуй. Можешь больше не знать. Он твой папа. Шучу, блядь. Опа, нихуя. Она упала прям рядом со мной, ну миллиметров два. Хуёво, когда упала, нахуй. Миллиметра два, ебать. Ну, это хуёво, когда миллиметра два. Блядь, смотри, прям в спину летит, ебать, я отбегаю. Опа, Катрисия Святос, Хукмастер. Полидрин, как дела? Хукмастер, блядь. Я случайно. А у тебя предыдущая. Давай обсудим, нахуй. Давай обсудим. Давай. Что у меня с ударением? Давай. С ударением, в детстве ударился сначала. Что ты хочешь предъявить мне что-то? Давай, ну, блядь, мне просто интересно, пиздец. Да бля, я угораю, блядь, что ты, блядь, думаешь, я типа, ну, специально. Да он не угорает, не своем. Специально на работу потом приходит и вообще все неправильно говорит. Да, натуре, блядь. Просто деградирует. Натуре, нахуй. Так и было, так и было. Я за кофе. Захуй. Блять, не можно. Личинка. Нихуя вы там, блядь, хуя вы хуели. Хуели. Пишадова взяли. Нихуя себе, блядь. Так. Получается, дагер лутаешь. Получается. Ну я же говорю, он, блядь, говорит, блядь, Войт, умоляю, блядь, в жизни ничего не надо, только мне дагеры эти нужны, блядь. Ёбаный подкос. Чтобы пересечь по выебываться. Чтобы быть ровным, нахуй, он говорит, блядь. Я говорю, я, говорит, зайду и просто нахуй. Ебать, так-то у тебя привор позволяет. Ебаный рот. Ну чё, обгоняй, всё, нахуй. Можешь там чилить, назови. Как дела у тебя там, блядь? 52 привора, нахуй, у меня 20, блядь. Как дела, чё? Я смотрю, дед дорвёт просто вообще к шане в себя, блядь. Мне кажется, а чё тебе кровь нахуя? Там мы же ему скинули вчера голдишкой. А нахуй, тебе нельзя вроде присвоить. А у тебя квест нельзя. Блядь, ты 10к скинул. А я дошел. Лежи. Давай так нахуй, если б не мои 10к, нахуй, где б ты был сейчас? Я просил бы у другого.
Так, ну блядь, это как все друида. Нахуй. Ну, этого можешь в пати восьмую перенести. Сейчас надо, блядь, лутануть травму. Срочно. Я на типа не скидывался, да? Ну ладно. Похуй, например, надо никому. Я не скидывался. Лёха, дай шапку. А как же стелси? Шапку дай. Самый жесткий брос это от Шалфира. Какую каску? Стелси, зачем тебе травму? Шапку лидера. Так бы и сказал, блядь. И в следующий раз говоришь шлем, шлем, да, не шлем, блядь. Осколок, осколок, дай там, Юлия, блядь, офнусу. Ну, с лутера, хуютера, вот это вообще. Лута, Юль. Блядь, все Юль, поняли, был, блядь. Бы, был бы голос у Юльки, блядь. Юлька, давай. Не блядь, апокалы, а бархатные тяги. Сколько мы будем тебя ждать, блядь? Алло, блядь, блядь, хоть бы начала там что-нибудь. Ну, ударение начнем правильно. Да, в натуре, блядь. Чтоб какой-то разбав был, блядь, этой хуйни всей постной, блядь. Компот. Миша, ну это просто постная хуйня какая-то. У тебя лицо грустно, тебе денег не хватит. Это, кстати, если чё, мой бывший мэр, нахуй, кстати, да, блядь. Весь с умом там. На рейндж. Короче, стороны сейчас вам назову просто. Принять, нахуй. У ворот. У ворот, значит, на приколе войд, на приколе частицу. Остальные ханты так чилит, нахуй. А, там по сифе. То, что ты на приколе, это понятно. Шалфир по сифе справа. Хинкаленко, Мэтфокс слева. Заломаныч и Притон за боссом. Притон замену просит. Пиздец. Не слышно, Притон. Могу зайти. Не слышно. Звука тыкни, по-братски. Куда тыкнуть? А продакт заломанный, чем за спиной. Да не парься, чё, хуль мне эти тагеры. Действительно, блядь. Бичевские, блядь. В натуре. Да бич тагеры, нахер никому не нужны. Лоу, я присумонился, а не смог. Ты слышал, я продакт? Потому что иллюзия, протон, но в рейде. Продакт. Устал я уже. Всё, ну. Так, рыба. Слава, ты мне ИП накинешь, нет, за вклад, ёбаный в рот. За чё тебе ИП давать? Он же сказал, как зайдет. Так ты ж на ДК ему скинул, правильно? Нет. Он на ДК сейчас? Я не заходил. Он не на ДК сейчас. Камон, ёпта. Сразу в рейд. До этого он мне ланс не дал, ничего. А сейчас зажопил сюда. Крыса. Осуждаю. Ебать. Нахуя ты кикнул, блин, мой опал? Да, вагон какой-то. Так не могу ли его выбрать? Будешь колбу? Разбавьте там каску, корм, стабав. Кого? Колбу гер будешь лутать? Будет. Кто гнилой? Я дагер полутаю отсюда. Будешь, нет? Будет, у него нету вообще никакой. Хуй, говори. Хуй, буш? Говори, не буду, говори, не буду. Так буш? Буду, конечно. Нет, ну если ты накинешь мне косарь ЕПМ, да, забирай. Нихуя себе, ебать! Миш, иду за вклад, что ли? Я не заходил еще, не смотрел. А кого вы суммуните? Нет, ты типа не понял, Войд. Ты ему косарь я ЕП. Я уступлю за косарь ЕП. А вот да, да. Кого вы суммуните? Алло. Нихуя там мутки. Говорит, я тебе уступлю, ты мне косарь ЕП. Ты что, не понял? А кто что, танк можно б... начинает? Нихуя себе, блядь. Пиздец. Что ты вливаешься-то? Танк еще даже агру не набрал. Катри серьез. Одно правосудие было. Вагон на кости. Ну, так, блядь, подождал бы хоть пока агру набрать. Так на Юле босс был, алло. Ну, блядь, агра дохуя. Чё с Герой? С одного правосудия? Геру, как обычно, с пулы даем. Чё ёбаный в рот? Ну Костю ждали, пока он встанет. Да, с возрастом такой может. Еба! Так, надо на приколе частицу, не на Ивила, что надо на приколе. Это самый слабый хант, надо частицу. Юля не помрет, и так у нее фул хп стоит.
А он на РНЖ блевоту получает частенько. Не стоишь, не стоишь. Куда ты бежишь? Что ты делаешь? Блять, что ты делаешь? Иди встань. Иди встань у ворот и стой. Только соблюдай рейндж стрельбы. Блять, взял, побежал кто-то налево. Зачем? Для чего? Слышишь, Агрэ? Каску, лапку приставал, да? Так, битный газ. Спасибо за баф, а? Мэтфокс, ну блять, что говоришь? Казаться. Говорю, что вы нихуя не бафает. А-а-а. Я подвинулся, но некуда. Давай, где там танк с слизнями? Сейчас мы у ворот слизня большого сделаем. Юля, подбегай сюда. Или кто там? Ну кто там? Танк. Подожди, подожди. Там он, короче, в центре идет. Да, хуево, конечно. Если маленького съесть, не пускай его вдруг к маленькому. Немножко на рейндж. Главное, чтобы маленькие с маленькими, и большие с большими. Большой маленьких не ел. Отойди, ну что ты, блядь, стал ко мне? Кто это такой хант? Если блевота кинется на меня, то и ты заблюешь. Так нельзя стоять. Я же говорю, рейндж 12 метров. Готовимся, готовимся. Сейчас будете бежать. Взрыв, готовимся. Готовимся сейчас отходить. Побежали. Обежали со своих мест. Знаешь, лужа нахуй. Только не сюда. А вы в РДД выбежали все. Нахрена так далеко? Вернулись на место. Немножко левее, ебани, хант. Или назад куда-нибудь. Он газ выбительный. Три стака добивайте. Не буду соединять. Ну, запы неплохие. Ебать, лут говна. Ну, кстати, для Шама запы бисовые вообще. Когда-то я за ними охотился. После этого... А потом мне прострелили колесо. Я вылутил нахуй из ЦПК. Не, запы охренели. Я просто шаман 45-ми запами в ЕГЦ, нахуй. Спасибо. Ладно, я хуйня, надо кому-то? Замена, плюсуйте. Ты все уходишь, что ли? Угу. Два человека замену надо. Там кто-то еще прислал. Кровь вроде не надо никому. Да мне надо, я же, блядь, прислал. Ебать! Можно просто? А Вилан тебе надо? У тебя только одна, что ли, нужна тебе или какая? У меня ни на одной нету, я не знаю. Я тебе не могу отдать, блядь. Да-да-да. Я тебе не мог отдать. Ага, вот и все. Это где? А сколько труп босса валяется после убийства? Че там, блядь, 6 боссов? А я просто, да. Я просто забыл с этого стухлопуза, блядь, гнил лучше. Ничего валяется, иди забери. Сейчас гнилого надо заебашить. Ладно, давайте, удачи. Это инвиза вместо меня. Давай. И консилятора вместо меня. Так, Лингрен, давай там все, что он сказал, сделай. Угу. Вот тебе лидер. Там получается консилятор. Блядь, только не кикай друида, его куда-нибудь восьмую закинь. Он
Скорее всего, на джа... на совет зайдет еще. Блядь, вообще могу на Лока зайти, если надо. Да сейчас суммониться будем, да? Скорее всего, да. Вот суммонете меня, я пухлу за чары слетаю. Вы просто к целка летите с два рана и все. Все равно все, что хотел, уже не выпало. Там Лока-то нету. Лететь одну минуту, еще раз говорю. Бля, ну это хуево, я вылетел уже. Спасибо. Пожалуйста. Так, после профа, наверное, куранем 5 минут. О, после надо. Профа куранем. И как раз там. VP Shadow сказал, что через 20-30 минут будет. Вот. Если что. Да, он и ебаные какие-то меня убили. Ебло тупое, сука, большая крыса. Мать большая котов, крыса нахуй. Тебя убила? Мать котов, нахуй. ЕСА, какая-то. Мама. Романт. Романту. Да. Походу, шутки про героин уже не шутки. Так в каждой шутке есть доля правды. Есть только доля шутки, блядь. Кривые. Да, ну. Мечи Баладинский плюсуют в гельчат. На, творю. Цели мертва. Попустили хпла с волонером. Да, если в ПВП приду, я попущу нахуй их и тебя. Да, да, да. Попущу просто, блядь, через колено нахуй кину, ебать. По мане сядешь за минуту, блядь. По мане сяду, ебать. А потом просто погибну. На варе ты сядешь, нахуй. И сядешь, блядь, на бутылку, нахуй. Просто нахуй, и притом не встанешься никогда нахуй. И она будет рифлёная. Сам посадит просто, блядь, на бутылку. Она будет рифлёная ещё специально для тебя, блядь. Бутылка рифлёная? Да. Рогу вместо тебя, просто мне ничего не надо, целка. Какого рогу, не знаю. Какого рогу? Эй, год. Ты кто пишет? Инвизибла бьют, инвизибла убили. Месяц всех, что ли? Да тут там еще новый роговон сидит, бодишредер. Ну я просто без опыта в ХМ-ке. Так ведь хуёво. Ну согласен. Мы обучаем. Мать котов это кто? Да так у них хила нет, можно их разъебать. Мне кажется, они нас разъебают у двоих. Ты ПВПшишься там, вот, что ты делаешь? Ну конечно, бля, рейд стоит. Блять. Хорошо, когда стоит. Ну надо воскреситься, чтоб челики зашли. Воскресенье. Ну так чё, это рогу брать, нет? Какого? Ну, а я год. Он не в рейде. Нет, так я говорю, брать его в рейд. За место канцелятора. Да, ну бери. Короче, на тебе лидера, нахуй, сам решай. Такого в рейде нет, он вообще плюсовал на этот рогу. Ну, он говорит, пати на РТ. А, ну, ты в DC? Эй, год. Чё-то нет его, наверное. Мир тебе. Блять, совет же. Подожди. На профа пошли. Ты чё там стоишь? У деда шиза. Сам с собой разговаривает.
Я только сейчас заметил, что он слока не отхватил. Того бесполезный класс. Нихуя не дает. За мной гоняются, блядь, помогите. Они хотят тебя просто. Время, блядь, босс нахуй гомосек оставить за, за воротами, блядь. Кайф, нахуй. Может, я хуй знаю, выходной сегодня сделать? Что-то мне охота нихуя делать, нахуй. Надо было вообще не ставить рейды, блядь. Неделя отдыха. Другу догнать не может, нахуй. Сука, блядь, кто эту хуйню поставил? Что кто-то поставил, главное, скажи. ГП дадим. А вот тут я не могу глянуть, кто это поставил, кстати. Кто это поставил? Это по журналу только, если... Че ты хуйни несёшь, блядь, какой-то наркоман, нахуй? Потому что это ГП, два человека тяпнулись. Эти там в журнале, кстати, пусто. Я все видел, преследую аферист. Я в ахуе просто. Что в голове было у человека, который это поставил? Деньги и власть. Притон, ты тут? Мне такие рейды не нравятся. Локи сидят на БГ в Долоране. Притон куда-то отошел. Он говорил куда? Что-то я забыл уже, куда он отошел. Не говорил, просил смениться. Не знаю, был, был констебл в начале, ты его попросил почилить. Или я так и не понял. А, пошел чилить. Кайф, нахуй. Ну, я не знаю. Ну, типа, с такой игрой, нахуй. Ну... Ни лока в рейде, блядь, ни... Питбразер пока поставлю, чтоб прить такую хуйню. Пресекать на корню, да? За хвост хватай его, за хвост хватай. Ловлю, Хватай за хвост, Лосань, ёбаный рот. Они уже пролетели. Банна, поймал. Куда там бежать? Опа, поймал, поймал на гиндюцу. Спасибо. Блядь, я уже, сука, за камнем. Хочется лечь и полежать. С такими пулами. Что-то глаза закрываются. Давайте лечь. Паспорт. Знаете, приставов. Ну, в общем, посмотрел я на эту идею, которую предлагали там в начале недели ставить там ОКЗС, там ЦЛК, там РС. Короче, такого не будет никогда. Потому что рейд на это не настроен. Быстро никто не хочет проходить. Люди отходят по 10 минут. Локи не хотят в рейд идти. Может, лока надо какого-то 240-го искать. Может, тогда получится поставить. Что, правда? Нужен добор? Не, будет. Слава, добор ты крови. Додумал, нахуй. Надо сделать лока специально для суммана. Ну и кто это будет? У тебя нет лока, что ли? Нет. У Вилани есть лок. У меня есть лок. И будем его использовать чисто для суммонов. Да, чисто для суммонов. Будем инсталлы проводить и офать. И суммонится через него, и все, и заебись. Давай The Last of Us гитарку. Давай, блядь, из Stronghold Anthem.